Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Этот видеоролик предназначен для тех, кто хочет развести на своем участке цветы и для этого хочет собрать свои семена, а не покупать в садовом магазине. Вот, сейчас я вам покажу, как собирать семена люпина. Вот люпин отцвел. Появились вот такие стручки у него. Видите, там заложены горошины семена. И когда вы видите, что цветов уже нет, а есть вот такие стручки, нужно следить за ним внимательно, чтобы они не расщелкнулись и не расстреляли свои семена по всей территории. Если вы увидели, где-то растет люпин, и он отцвел, вы как наблюдаете за ним это время и выждите тот период, когда вот эти стручки из зеленых превратятся в светло-светло-коричневые. Но только следить нужно за ним внимательно, потому что чуть только он сейчас изменит свой цвет, они быстро начнут расщелкиваться, и семена вы потом, как они разлетаются очень далеко. Это все заложено в растениях, им надо продолжать свой род, они стараются размножиться, распространиться по всей территории. Но нам этого не нужно. Как только они из зеленого превратятся вот эти, как их назвать-то, цветоносы со стручками, цвет изменят, нужно сразу срезать всю вот эту вот, полностью ножницами срезаете и несете домой. Кладете на поддон или на лист, сверху прикрываете тканью, воздухопроницаемой. Они будут там стрелять у вас, но никуда не разлетятся, а все останутся на этом поддоне, на листе. Их надо сторожить очень внимательно, они расстреливаются. Если тканью не прикроете, будут по всей квартире. Вот. Это как собирать семена люпина. Мы их соберем, они у вас просохнут хорошо, дозарятся. И вот сейчас, этой же осенью, нужно их садить под зиму. Самые хорошие, самые сильные, здоровые цветы люпина получаются при подзимнем посеве. Не надо за ними ухаживать, просто рассыпите землей, прикроете. Он морозостойкий, и на будущий год весной он в первую очередь появится и зацветет у вас в тот же год. Все, до свидания. Кого интересуют другие виды семян, цветов, с которых можно собирать семена, заходите ко мне на страницу в Одноклассниках. Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. Там уже есть видео, как собирать семена с петунии, как собирать семена с виолы, с гвоздики турецкой. Сейчас еще буду снимать про аквилегию. Все это можно собрать семена своими руками. Не покупать в магазине, экономите время и получаете более качественные, здоровые цветы. Рассада из своих семян самая сильная, самая здоровая. До свидания.